Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Сегодня у нас с вами, девчонки, меня зовут Алена по-прежнему. Сегодня у нас с вами, как я и обещала, обзор каталога Avon за декабрь, точнее, декабрьский каталог. Ссылку на регистрацию в команду Юли я оставлю в описании, вам всегда ее оставляю в описании. Пройдете, зарегистрируйтесь и будете заказывать, как я, для себя, но вы будете находиться в команде Юли. Сейчас мы с вами посмотрим новиночки, я вам расскажу об отзывах. И ну что, давайте приступать, не будем с вами откладывать долгий ящик. У нас сейчас выходит каталог раз в месяц, и это у нас, как я и сказала ранее, декабрь. Вот с такой обложкой и с вот такой. Погнали. Первая страничка. Нас встречает аромат. На самом деле с Avon я знакома намного-намного дольше, чем с другими даже брендами каталожными. И у меня побольше, наверное, отзывов будет, чем на какой-либо другой бренд. Итак, что у нас тут первая страница? Это ароматы. Мужской набор за 699 рублей. И женский тоже же за 699 рублей. Pure Blanco – это самый популярный аромат, который был в 2000-х годах, да и, в принципе, сейчас остаются любители данного аромата, повторюсь еще раз. Вот этот вот Blue индивидуал, свежий аромат с ноткой фужер, розмарин, лаванда, грейпфрут, очень классный, подойдет для молодых мужчин, молодых парней. Ева, мне очень нравятся они по стойкости, абсолютно любой аромат, он стойкий, шлейфовый и достаточно бюджетный, тем более постоянно вот такие вот есть наборчики на акциях. И также у нас древесно-фруктовый Attraction, он для меня сильно сладковатый, если честно, но тоже неплохой. Так, дальше поехали. Еще у нас тут ароматы. Вот этот вот Her Story типичный, как он правильно сказать, типичный позднеосенний, то есть на позднюю осень или на раннюю весну. В другом варианте он будет сильно резкий и удушающий. Дальше у нас тут набор роскошных обновлений. Ну, в общем, можете поставить на паузу и почитать. Долго мы останавливаться на этом не будем. Дальше у нас с вами упаковки. Еще одна. Advent Calendar упаковка. Так. Дальше у нас с вами идут еще одни на коробочке, а это кухонные полотенца. Кстати, неплохая такая вот идея, как дополнение к подарку взять. Что у нас есть дальше по наборам? Today, Tomorrow, Always. Очень я люблю эти ароматы. Я прямо его повторю, я вам серьезно говорю. Прямо сделаю так закладку, я всегда так делаю. И потом заказываю, чтобы не забыть. Он достаточно интересный, взрослый, резкий. Но он многогранный и достаточно стойкий. Я бы даже сказала, суперстойкий. Да. И также тут набор для него, для нее. Тут у нас, видите, какой наборчик идет. Парфюмированная вода 50 мл и парфюмированная вода 10 мл в таком вот карандаше. Так, лак. Лак. Ой, ну-ка еще раз. О, флешбеки с 2015 года пошли у меня, зима просто, у меня каждый аромат с чем-то ассоциируется. Мужской лак я не пробовала, женский лак, это тоже очень красивый, женственный аромат, в хорошем смысле этого слова. Абсолютно не имеет возраста, как молодая девчонка, так и девочка постарше может спокойно им пользоваться, мне кажется, это действительно универсальный аромат. Дальше у нас еще вот такие вот Attraction. Ева. Если любите, то обратите внимание на акцию, на скидку. Дальше у нас Максима. Я не пробовала этот аромат. На самом деле, мне он не понравился в пробнике, я заказывала, поэтому не взяла его. Дальше вот эти ароматы мне тоже в пробниках не понравились. Я заказывала себе 1 мл, поэтому не брала, не знаю. Если пробовали, то пишите обязательно. Другим девчонкам будет полезно почитать ваш отзыв. Passion Dance я тоже не брала. Вот этот как-то мне попадался, но он не мой абсолютно, восточный, очень резкий, удушающий. У них когда-то, у Avon были ароматы, девчонки, был один аромат, его сняли с производства, он содержал то ли
феромоны, то ли афродизиаки, но он был такой невероятно крутой. Девчонки, он не то, что там как-то привлекал, нет, он именно был один-единственный с афродизиаками, и он настолько был сложный по аромату, он был и сладенький, и пудровый, и такой вот просто невероятный. Но, к сожалению, сняли, и упаковки-то у меня не сохранилось. Так, дальше, вот такой аромат, я не буду коверкать язык. А то учитель английского языка просто обалдеет от моего знания. Так, Инкадесанс обожаю. Инкадесанс тоже у меня ассоциируется с моей юностью, когда мне было лет 10. Детство, юность. В общем, и Little Black Dress тоже достаточно интересный набор за 1000 рублей. Хороший вот этот вот. И лосьон, да, это у нас дезодорант, парфюмерный лосьон. Классные у них парфюмерные лосьоны. Они действительно стойкие, на коже ощущаются прекрасно, впитываются без пленки. И вдобавок они действительно оставляют именно тот аромат, который во флакончике. И второй набор Incandescence тоже 949 рублей, а этот 1099. Еще дальше у нас с вами парфюмерные наборчики, мужские и женские. Я медленно буду листать. Так, что нас там дальше встречает по каталогу? Нас встречают помадульки, помады вот такие, набор карандаш плюс помада 389 рублей. Помады у Avon неплохие, карандаши для губ я как-то их не распробовала, карандаши для глаз шикарные, но мы до них дойдем. Дальше еще одни наборы. Медленно вам буду листать, чтобы вы посмотрели, поставили на паузу. Так. Вот для ногтей очень интересный набор. Кстати говоря, вот эта штука, уход за кутикулой, средство для ухода, да, с витамином Е и алоэ вера, очень крутое. Так, дальше. Тональная основа. У меня как-то была, по-моему, тональная основа Avon True, неплохая, 359 рублей. Цена, слоновая кость, самый-самый светлый, подойдет для белоснежек. Да, и чуть-чуть такой желтинкой. Если у вас желтый подтон, вам подойдет. Если какой-то другой, то, к сожалению, нужно какой-то другой цвет подобирать. Так, дальше у нас новинка. Посмотрите, что у нас вышло. Какие красивые помадки. Набор для макияжа, роскошь. О, увлажняющий бальзам, ухаживающий бальзам и ухаживающая губная помада. Эта серия у нас люкс. И тушь. Тушь, посмотрите, с силиконовой щеточкой, тоже с раздела новинки. Бальзам у нас в одном цвете, а вот помада у нас есть аж 2, 4, 6, 8, 10 оттенков. Очень красивых, сочных. И можно заказать очень выгодный набор за 999 рублей. Дальше еще наборы. Сыворотку я не брала, мицеллярную воду не брала. А средства для век я брала, но мне не подошло. У многих вызывало аллергическую реакцию, к сожалению. Дальше у нас еще одни наборы. Очень богат этот каталог на наборы. И это очень здорово. Если знать тип кожи, знать, что любит человек и как относится к косметике Avon, если положительно, то можно собрать очень крутой набор по выгодной стоимости. Тем более еще скидка представителя. Вот это у нас с вами, кстати, новинка вышла. Щеточка для сухого массажа и соль для ванн. Можно попробовать за 799 рублей. И тут также косметический набор «Непревзойденное питание». Жидкое крем-мыло, увлажняющий лосьон для рук. Так, далее у нас тут, ой, мой любимый, у меня лосьон для тела был такой, не лосьон, а вот именно этот крем. Наборчики вот эти парфюмерные тоже очень интересные, стойкие ароматы и при этом не сушат кожу. Для волос это абсолютное питание с расчесочкой. Гляньте, какой набор классный, 319 рублей. А шампунь, масло и расческа такая компактная. О, новая штука у нас вышла, я так поняла. Да, новинка, 649 рублей. Дезодоранты тут тоже неплохие. Смотрите, попробуем давайте вместе с вами. Очень интересный аромат, напоминает что-то люксовое, девчонки. А вот что вспомнить не могу. Очень сладкий, конфетный аромат. Дальше поехали. У нас с вами тут вот этот вот Today, Tomorrow, Always и Slow. Attraction для меня тоже сладковатый, поэтому не могу. Повторюсь, я уже говорила об этом. Дальше вот еще выгодно ароматы. Дальше еще. Можете посмотреть. Вот 429 рублей при покупке двух средств. Ну вот, можете познакомиться. Так, лосьончики. Вот лосьоны очень рекомендую попробовать. Парфюмерные у них. Очень. Они классные. Вот очень мне нравится. Кстати, надо что-то себе заказать, потому что лосьоны у них реально прям крутые. Летом не могу пользоваться лосьонами, а в зиму обожаю. Так, это у нас...
Вот это новинка. Восточный аромат с нотой гурме. Вышло 999 рублей по цене каталога. Также есть лосьон для тела за 239. Девчонки, ну, приторный. Приторно-сладкий. Но гурме есть. Гурме есть 100%. О, корсет. И Мари корсет. Девочки, как я люблю. И у меня действительно ассоциируется с вот таким образом. Знаете, какой? Вот он. Вот этот вот аромат. И Мари корсет. Запомните его. 142-06-92 артикул. Я его обожаю. Обожаю. Самый сексуальный аромат в бюджетном сегменте. Эти все не пробовала. Viva La Vita. По-моему, у меня она не была. Или же была, но я вот не помню, девчонки. Эти тоже не брала. Но хвалят. В ТикТоке девчонки хвалят. За 749 рублей можно заказать. А вот цена до. Плюс еще с представительской скидкой еще дешевле будет. Это у нас такие вот бюджетные. Не суперстойкие. Но они, в принципе, и по цене. Понятно, что они суперстойкие не будут. Хотя тут я поспорила, есть бюджетные ароматы, которые действительно стойкие. Еще у нас с вами акции всякие разные. Посмотрите, мы почти с вами до половины дошли, а одни ароматы у нас. Так, еще аромат, еще аромат. Вам видно хорошо, вы там киваете, что ли. Так, вот этот классный набор. Фужерно-древесный аромат, туалетная вода, увлажняющий дневной крем для лица, гель для бритья, шампунь против перхоти. Я, походу, нашла подарок на Новый год. Ну, а что, хороший наборчик, вот это всегда нужно. Кстати, поделитесь своими идеями подарков на Новый год мужчинам, будет интересно почитать. Элит Джентльмен, Леша обожает вот этот вот аромат, мне он не нравится, просто он очень схож с Шанель номер 5 мужским, очень схож, он ему нравится, мне нет, я не люблю такие ароматы на мужчинах, но нравится, пусть носит. Так, а дальше Мэн, вот такой набор, тоже классный, Blue, посмотрите, какой классный. Так, еще аромат, еще аромат, и еще... О, часики. Посмотрите, какие красивые часы. У нас новинка вышла. Очень мужественно смотрится на руке. 1799 рублей. В подарочный. Набор часы и браслет в подарочной упаковке. Интересно, конечно. Но часы, говорят, нельзя дарить. Так, про карандаши я вам говорила, и вот она как раз-таки встречает самая моя любимая тушь. Вот, девчонки, я ее обожаю. Она действительно для прямых ресниц дарит и объем, и разделение, и подкручивание, и удлинение. Все, что можно, она дарит. И вот эти карандашики очень советую. Гелевые у них шикарные. 199 рублей стоят, шикарные. Действительно, и по качеству, и по стойкости. Просто супер, не плешивые, ничего. Так, ну, ногтевая тема, это вообще не моя история. Так, дальше у нас с вами такие вот скидочки. Выбери один продукт, всего за 319 рублей. Так, помады. Значит, дошли до помад и до карандашей для бровей. Вот этот карандаш для бровей я не пробовала, но вот эта помада у меня была красивая, стойкая, комфортная, не сушит губы. 369 рублей, посмотрите, какая тут красивая палитра. Вот, для, я немножко умерла, есть заманчивый разговор. У меня, не помню, по-моему, лиловый космос у меня был. В плену любви красивый цвет. Посмотрите, какие от самых нюдовых до самых таких вот ярких. И она не плешивая, она дает именно ровный такой вот слой. Дальше. Легенда. Ой, девочки, вот это вот пролине. Или какой? Дресс-код, я уже не помню. По-моему, пролине. Пролине, да-да-да. Очень классная помада. Увлажняющая. Не матовая, та была матовая, это увлажняющая. Супер крутая, комфортная бальзам-помада. Очень классно смотрится на губах. Дальше. Тени. Вы знаете, да, Мокко Латте. Вот она, палетка. Самая классная, базовая, универсальная, бюджетная. Вот это вот... как она называется, господи, эфиопика, бомбические ресницы, будем ее так обзывать, тоже неплохая тушь. Вот эти две туши я могу выделить действительно у Avon. А вот этот вот жидкая губная помада с матовым финишем, увлажняющая, супер крутая, вот прям рекомендую вам ее попробовать. 269 рублей, пост в Инстаграме уже был. Супер Шок раньше была моей любимицей, сейчас, к сожалению, не та она стала. Вот еще вот эти вот, игра цвета, 229 рублей, гелевый карандаш, ярко и актуально, классный, да.
И черный есть, вот такой «Морская волна», суперский. Это, кстати, дешевле, чем «Вивьен Сабо» или еще какой-нибудь. Так, дальше у нас блески. Вот это масло у меня было, хорошее, маме моей очень нравится. Так, палетки. Вот эти палетки теней неплохие. Для базовых 499 рублей. Но вот не хватает в этой коричневой черного цвета. Вот хоть убейте, мне не хватало. Да. Так, дальше супершок. ТТ и ТП. Новинка. Кремовые румяна. Вот в таких оттенках. Спонжик — это тоже новинка. И супер крутая тональная основа. Я советую вам к ней присмотреться. У меня оттенок слоновой кости. Вот. Вот этот оттенок у меня. Он идеален для белоснежек. Действительно крутой. Можно заказать пробник, попробовать 31 миллилитр за 30 рублей. И полноразмер 489 рублей. Он идет с SPF 30. Шикарно перекрывает. Все супер, классно, комфортно смотрится. Но я, в принципе, вам крутой бюджетной косметике говорила. Но еще раз повторюсь, это аналог крема Живанши. Тонкая вот эта вот вельвет мат финиш, что-то такое. Мат вельвет Живанши, тональная основа. Вот аналог за более бюджетную стоимость. И вот у нас кремовые румяна. Дальше. Был у меня вот этот вот праймер, неплохой тоже, не могу сказать про него ничего такого сверхъестественного, чтобы он давал, обычный силиконистый праймер. И тональная основа такая была, тоже достаточно неплохая, но вот это вне всяких похвал, именно вот это. Дальше, вот эта тональная основа у меня была, тоже очень достойная, 519 рублей, но та лучше. Так, помады... Угу, матовая, 399 рублей. Тоже была у меня, у нее два оттенки, пост есть в Инстаграме, если я не ошибусь, вот этот вот тотальный нюд. Красивая, тоже комфортная, ни корка, ничего, деликатно сходила. Все отлично. Так, из Color Trend, это молодежная линейка, могу отметить вот этот полуматовый финиш у помад. Действительно неплохие, комфортные, и не сушат губы. И карандаш, естественно, для бровей. В светлом оттенке, вот он светлый самый, хороший пудровый карандаш, суперский, если не изменилась формула у него. Румяна нет, мне не понравилась румяна, мне не понравилась вот эта, и пудру я не пробую. Так, уход за лицом, серия, извиняюсь, я вас дернула, серия Inyou. Не пробовала ничего, сыворотки. Вот новинка, кстати, вышла, лифтинг сыворотка для лица в ампулах. Можно одну заказать на пробу, попробовать. Что я брала тут? Тоник с витамином С хороший. Затем я брала согревающий пилинг гамаш, тоже отличный. Я брала вот эти маски за 299 рублей. Не вау, но неплохие. Самое главное, липкости не было. И, пожалуй, все. Да. Дальше. Брала я подушечки для пилинга кожи, лица, ровные тоны укрепления. Хорошие. Дальше гидрогелевую маску «Пругая кожа» брала, тоже мне понравилась, но она, зараза, дорогая, 340 рублей, too much, мне кажется. Так, и гель масло для лица «Роскошь шелка», по-моему, тоже у меня было. Что-то да, было такое. А, нет, вру. Сыворотка для лица с витамином С, максимальное сияние. Вот это было бабушке моей идеально, мне тяжеловато было. Для возрастной кожи вот прям суперская вещь, вот это вот сыворотка, максимальное сияние. Дальше. Пенящуюся маску я не брала или брала, я уже не помню. Нет, не брала, это новинка. И вот эту серию «Чистый кислород» тоже не пробовала. Так, что у нас тут? Моя любимая пенка очищающая, хорошая, но у многих она вызывала аллергию, у меня нормально. И так, где-то скраб был, но я его что-то не вижу. В общем, скраб с ментолом, он на лето был классный. Вот, нет, не этот. Но вот эта серия тоже ничего, для молодой кожи подойдет. И вот у нас, кстати, новинка. Смягчающая гель-масло для умывания. 229 рублей. Так, что у меня тут и было? У меня тут была вот эта вот парочка масел. Хороший, без липкой пленки. Для возрастной кожи огонь будет. Прям вот серьезно огонь. Так. Еще что было? Да, в принципе, все из этой страницы. Новинка, посмотрите, мыло вышло против черных точек. Это сейчас самое популярное средство для очищения, мыло. Все это взято у корейцев. Корейцы очень любят умываться мылом специальным для кожи. Им очень хорошо помогает. Поэтому, да, это все оттуда идет.
Еще одно мыло. Масочки в перевыпуске вышли уже давно, но я не показывала, не делала обзор каталога, поэтому показываю вам сейчас, что они вышли новые. Хорошие вот эти. Avon Care. Кремы, очищающее средство для лица. У меня такое было, не поняла я. Вот этот тоник с лепестком розы хороший. И очищающее средство с огурцом тоже не поняла. Дальше аксессуары. Неплохие тут аксессуары по бюджетной стоимости. У меня не сразу облазят, вот честно могу сказать. Единственное, что у меня спорное тут, это вещи. Вещи тут, конечно, интересные. В том плане, что привет из 2000-х. Мне такое не нравится. Но можно найти что-то интересное. На мой вкус. На мой вкус, девчонки, говорю только за себя. Вот, например, 31 пара, 699 рублей. Нормальные такие вот гвоздики. Новинка. Кольца, посмотрите, какие красивые. Вот это красиво, мне нравится. Так, сумка, платьишко, еще одна сумка, брошь. Угу. Еще. Медленно, медленно вам перелистываю. Новинка, вот браслет такие. Мне браслеты я вообще не люблю, они неудобны. Абсолютно. Так, вот часы красивые вышли. 1199 рублей. Дизайн неплохой такой. На кожаном ремешке, в подарочной упаковке. Но опять же, часы вроде как не дарят на Новый год. Вообще в подарок не дарят. Так. Посмотрите, накидка женская. Прикольно, да, смотрится? Ну, по крайней мере, это интересно. И посмотрите, какие у нас есть украшения с буквами. Косметичка. Ну, тоже что-то дороговато для нее. Шапки какие-то, вот, не знаю, мне не нравится. Палантины. У меня, кстати, есть палантин из Avon, очень классный. Он стирался просто шикарно. Вот сумка, кстати, у меня же есть такая сумка, но мне она как-то не зашла. По-моему, она у меня была, да, красная и вот такая черная. Слушайте, она у меня есть. Но она мне что-то как не зашла. Что-то я как-то в смятениях была. Вот сейчас смотрю, вроде ничегошная такая. Интересно. Ну, прикольно смотрится задумка. Мне нравится. По крайней мере, современная вот эта вся структура, блин. Сама сумка современной формы. Полотенце. Вот эта серия вот для дома, мне кажется, дороговато. Вот что домашнюю одежду возьмем, что детскую домашнюю одежду. Можно что-то на акциях найти, взять, заказать. Вот домашняя одежда новая. Но все равно дороговато. Джинсы тут классные, котон тут хороший, колготки тут хорошие, трусики вот эти вот очень-очень маме понравились, бесшовные. 699 рублей, но они крутые. Вот это вообще фаворит, форма для занятий спортом. Мама каждый раз ходит в тренажерный зал на занятия, и девчонки, она прям кайфует, ей очень нравится. Чулки по 499 рублей, если надо кому. Вот бюстгальтер у них шикарный, 799 рублей. Такой же, как зеленый у мамы, только бордо. Ограниченная серия. Вот этот вот боди, шикарный боди, вот обожаю его. Под джинсы, под все вот ношу просто. Носила летом. Зимой сейчас пока еще не надевала. Что-то как-то в розовую рубашку влезла и все. Вот, вот, вот это вот женский кардиган, который многим понравился. Вот он. 1199 рублей в новом каталоге будет. Шикарный тоже. Так, ну тут на разные акции, скидки на аксессуары. На очки солнцезащитные. Вот эту заколку я ее заказывала, но я что-то ее вообще не поняла. Она очень сложная для моей головы. То как бы, ну, сам по себе гребень неплохой, но что-то вот эта дополнительная липучка как-то ни к селу, ни к городу. Вот так. Серия для волос. Я могу сказать так, что можно подобрать то что-то неплохое, но имейте в виду, что это силиконы. Единственное, что мне не понравилось, маска-сыворотка вот эта. Все остальное более-менее сносное, прям очень неплохое. Сухие шампуни мне тут в Avon вообще не нравится. Вот он сухой шампунь, нет, это прям крахмал. Так, и вот набором можно собрать, если любите.
Для окрашенных. Это для окрашенных. А, нет, вот для окрашенных серия у них классная была. У них шикарные щетки для укладки, брашинги, скелетные расчески. Прям классные. Гели для душа, девчонки. Естественно, я обожаю гели для душа у Avon. Вот, кстати, новый. Морская свежесть. Вроде как новый или нет. А, нет, это не новый. Просто супер. И жидкое мыло, и гели для душа. И в большой упаковке. Мужские, женские. Шикарные просто. Вкусные, классные. Единственное, что подсушивают кожу, но ничего страшного. Вот эти вот тоже вышли новинка. Классные. Вот они более мягкие, чем вот эти. По 159 рублей. Мужские. Релакс-терапия. Средства для интимной гигиены тоже шикарные в Avon. Успокаивающий лосьон для тела. Гляньте, новинка вышла. Avon Care. Хорошие у них лосьоны. Раньше были силиконистые, сейчас хорошие. Средства для бритья. Для ножек. Вот, согревающим мазом для тела. Тут что-то я не видела. 329 рублей, новинка. Есть у нас массажер. Вот, розовый кварц, кстати, натуральный камень. Маска для кожи вокруг глаз, тоже новинка. Шпатель для масок новый вышел. Пена для ванн шикарная. Вот эта серия для волос, она спорная, потому что она очень сильно утяжеляет волосы. Вот это Naturals. Так же, как и вот эти вот спреи. Маски неплохая. Вот у меня была алоэ и макадамия, тоже неплохая была. Спреи для тела вот эти раньше я обожала. И сейчас, в принципе, могу повторить. Но они спиртовые, они очень много в себе спирта содержат. Сначала ты ощущаешь спирт на теле, а потом уже все остальное. Вот у нас, смотрите, новая серия имбирный пряник. Вышли спреи, вышла пена для ванн, гель для душа у меня есть. И мыло для рук. И вот опять у нас с вами пошли наборчики. Сейчас вот так вот. Очень выгодные наборчики. Угу. Опа. Перелистнула страницу. Пена для ванн в виде шарика. Елочной игрушки. Пена для ванн вот так выглядит. Такой набор. Вот такой набор. Вот такой. Кстати, хороший вот это шампунь и маска увлажняющая. Так что можно наборчиком взять. Подарок. Еще раз повторюсь. Вот. Вот это. 409 рублей. И масочки. Классно тоже. Все маски в Avon классные. Вот эти резинки. Я все на них смотрю, смотрю, хочу заказать. И что у нас тут? Мужское. Мужские наборы. Можно прям. Ага. Вот, понятно. Все, я уже знаю, что буду дарить. Вот. Ну, я вообще шучу. На самом деле, это как дополнение. Мыльно-рыльные все вот эти вот принадлежности. Но все равно. Постельное белье детское. Кстати, недорогое. 749 рублей. Детская косметика у нас тут на последних страничках. Детская косметика с 0+. Вот по выгодной, в принципе, цене, видите. И все. И самое интересное, тут новинки должны быть, как я и думала. Смотрите, что у нас тут выходит. Жидкий лайнер для глаз. Вот такой, за 299 рублей. Жидкая губная помада. Суперстойкость, пигмент. Какая штучка, вот мне нравится цвет. Дальше, палетка теней. Естественно, они каждый год в декабре выпускают палетки теней. То была у нее другая, теперь вот эта вышла. Ну, цвета, я вам хочу сказать, неплохие, но вот эта вот цветовая. Вот это вот, мне кажется, спорный момент. И стоят они, девчонки, 1199 рублей. Матовый финиш, что это губная помада. Меня интересует какао и сливки, красивая. И карандаш для глаз тоже красивый, посмотрите. Очень интересные цвета, оттенки. Ну вот и все, девчонки. Полистали мы с вами каталог. Я надеюсь, для вас этот ролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Жду вас в своем инстаграм. Ссылочку оставлю в описании, а также ссылочку на регистрацию вы найдете тоже в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Всех люблю, всех целую, всем пока-пока.